отставить наряды и занятия, приступить к выполнению спортивной задачи. Так выглядит на сегодня расписание рядового Александра Бернста. Парень представляет 147-й зенитно-ракетный полк на чемпионате по гиревому спорту. До этого в послужном списке только легкая атлетика. В более тяжелый вид перешел уже в армии. По итогам выступления у зенитчика второе место. Неожиданность для всех. Такого результата смог добиться всего лишь за 2 недели тренировок. Каждый раз, каждый вечер можешь идти заниматься в спортзал. С тобой будет заниматься тренер, начфиз наш. И с нами вместе показывает, как что выполняется упражнение, отдых и после тренировок, соответственно, баня. Всего на чемпионате военно-воздушных сил и войск ПВО чуть более 100 представителей военных частей со всей страны. Соревнуются атлеты в двоеборье, толчок и рывок. Вес наряда на выбор – 24 или 32 килограмма. Турнир – первый этап в круглогодичной спартакиаде. Впереди футбол, пятиборье, стрельба, легкая атлетика. Гиревой спорт – это один из видов спорта, который культивируется в вооруженных силах. Солдату это дает, во-первых, мотивацию личную, также повышение общего уровня физической подготовленности своего, ну и как дальше на перспективу, если ты хорошо толкаешь гири, соответственно, ящики с боеприпасами, снаряды будешь хорошо подносить. Соревнования растянулись на 3 дня. По итогам будет сформирована команда военно-воздушных сил и войск ПВО для участия в чемпионате вооруженных сил. Максим Кимель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.